Йоу, всем привет, меня зовут Максим Шубин. Сегодня поговорим о сериале «Милиционер с Рублевки». Это новый сериал, который вышел, начинает выходить, вернее, с 12 апреля. Привет, Стасон, привет тебе. Смотришь ли ты сериал «Милиционер с Рублевки»? Напиши об этом в комментариях. Ребята, не забывайте ставить лайки и подписываться на канал. В общем, что? В общем, сегодня, ребята, у нас вторая серия. Поговорим о ней, небольшой будет обзорчик, погнали. В общем, во второй серии всем известная пирамида МММ. В общем, серия об этом. В общем, в этой серии им предстоит выяснить, кто украл чемодан с билетами МММ или с, как там, с мавродиками, точно, с мавродиками. Вот как называется у них там эта валюта. В общем, в этой серии они ищут, кто же украл этот чемодан с мавродиками. К начальнику, к Горшкову приходит какой-то типа предприниматель в малиновом пиджаке. И такой говорит, что типа я вложился в мавродики, это вообще прям четкая тема, мэм. Мы там кучу бабла заработаем, все бабки туда вложил. В общем, надо достать этот чемодан по срочнику просто. Вот, и Гудкова вместе с Яковлевым начинает искать, кто же все-таки стырил этот чемоданчик. Не сразу все у них получается, но тем не менее они как-то вот находят способы, как найти, кто же все-таки эти мавродики-то спер. Что за чувак? Чувак, в общем, развлекался там с какой-то там, с женщинами, пониженной социальной ответственностью. Вот, поэтому его не так было сложно найти. Но, тем не менее, пришлось немножко постараться все-таки. Не без этого. И, в общем, им все-таки удалось найти эти мавродики. И также еще начальник отдела Горшков решает идти в ногу со временем и вкладывает все свои деньги в акции. Ну, как бы, привет, Боря. Все говорят об этом, о мавродиках, об МММ. Где вы купили такой парик? На распродаже. Вот. И тоже вкладывает, ну, не все, может быть, свои деньги, конечно, вкладывает Горшков, но, по крайней мере, те деньги, которые откладывали на шубу для его жены, он вкладывает как раз-таки вот в эти, в мавродики, в МММ. Сыло де Лайс. Привет тебе тоже. Ребят, не забываем подписываться, лайки, комментарии, это важно. Ну и смотри мои ролики. Вот. Яковлев следует примеру начальника, тоже вкладываться в эти мавродики, тоже там все свои сбережения, все копилки вытряс и тоже вложился в мавродики. И тоже, в принципе, он когда уже нашел чемодан с большим количеством мавродиков, то они решили не возвращать этот чемодан, ну, скажем так, этому терпили. Симашицу, привет тебе тоже. И решили, короче, раздербанить. То есть одна треть им достается вместе с, как ее там зовут-то, вместе с Гудковой. И, соответственно, две трети это полковнику Горшкову достаются. В общем, так они уже как бы раздербанили вроде весь этот пай. Саймон, привет. И, в общем, они стали праздновать. Мол, все, сейчас мы разбогатеем, по красоте будем классно жить. Но не тут-то было. Короче, они, конечно, праздновали, все было круто. Но перед этим их предупреждал Денис, это брат Володи Яковлева. Что так, мол, так, это пирамида, не стоит туда деньги вкладывать. Там одни как бы лохи туда вкладывают и так далее. А Володя такой говорит, ну, типа, как так? Это же, ну, камон, серьезно. Типа, вся страна, что ли, лохи? Все вкладываются в эти мавродики, это теперь будет новая валюта. Все мы на этом заработаем, а кто, наоборот, туда не вкладывается, тот те лохи. В итоге что? В итоге Денис тоже, на самом деле, вкладывается, но он делает это чуть более умно. Он в этот же день... Когда об этом говорил с Володей, он скидывает свои мавродики. Как дела? Круто, ребят. Кто смотрел «Милиционер с Рублевки», пишите свое мнение в комментариях. В общем, это обсуждаем. И, короче, на следующий день все эти кассы мавродиков
закрываются по всей стране, то есть их уже нигде не обменять обратно. То есть это просто бумага, по большому счету, то есть они уже ничего не стоят. Вот. Ну и получилось так, что Денис оказался прав, что это пирамида, что как бы все это разводило. Но он-то успел на этом заработать, то есть он вовремя скинул их, вот, вовремя их обратно сдал по, видимо, более высокой цене, чем покупал. Ну и что дальше? Дальше Володя, конечно, вместе с Горшковым, типа, ё, что мы сделали? Все как бы бабло туда вложили, все прогорело, все ужасно, в общем. Но, тем не менее, нужно как-то шубу было купить, но денег-то нету. Но они находят там в итоге какого-то заключенного, который предлагает им шубу. Причем какую-то типа крутую, прям офигенскую шубу, прям классную топовую шубку. Из какого-то, из меха какого-то сиамского горностая. Прикинь, из сиамского горностая шуба. Это вообще кто? Как бы это кто вообще? Алекс, привет, бро, помнишь меня? Я обещал зайти, я тут. Привет, круто, что ты зашел. Честно, вот не помню. Сорян. Так вот, пишите свое мнение в комментариях насчет сериала «Милиционер с Рублевки». Сейчас мы его обсуждаем. Вот. Ну и что дальше? Дальше... Все-таки они эту шубу взяли у этого заключенного. Вернее, даже не заключенного, арестованного, наверное, более так правильно сказать. Короче, эту шубку-то он задарил своей жене. Она даже так обрадовалась, типа, какой классный мех. Оказалось, знаете, это чей мех? Как вы думаете, чей мех у этой шубы, ребят? Пишите в комментариях. Пишите в комментариях. Я этот сериал смотрю. Так, Саймон пишет, что смотрит сериал. Я сейчас про вторую серию, ребят, говорю. Как вы думаете, из чего этот мех? Так, ладно, чего уж там сразу скажу. Ну, может, кто-то еще успеет написать. Короче, это оказался мех, судя по всему, сиамских котов. Да, 90-е, лихие 90-е, 94-й год. Ну, судя по всему, потому что там хвост был. Там прям хвост на этой шубе, кто-то, ну, видимо, не срезали его, я не знаю. Ну, то есть там просто хвост болтался у шубы, ну... И как бы уже Горшков такой, типа, сиамские, блин, ну ведь кошки бывают сиамскими-то, да ведь? То есть это, конечно, было достаточно забавно. Дмитрий Голубев, привет. Дмитрий, привет, привет, привет тебе. Вот, такая получилась серия. На самом деле, сериал что-то как-то пока для меня, честно, разгоняется. Ну то есть я не могу сказать, что, типа, мои ожидания оправданы об этом сериале. Это не так. Ну реально, как есть говорю. То есть пока... Все это как-то для меня разгоняется, пока не совсем понятно, годный ли это сериал, то есть некоторые сомнения, скажем так. Ну что, ребятки, давайте также еще фифулю простулю сыграем. Ух ты, я куплю щенка немецкой овчарки чистокровной. Я куплю или покупаешь? Ты гуляешь в ФФ, играешь, наверное, в ФФ, в Five Nights at Freddy's. Free Fire? Что это? Free Fire, наверное. Ребят, пожалуйста, пишите по-русски, как бы я там украинский или какие-то другие языки не знаю, поэтому вот мне бывает сложновато отгадывать. Не могу как-то неправильно понять. Так, ну что, погнали. Так, ну круто, что. Ребят, кто еще не подписался, пожалуйста, подпишитесь, посмотрите мои ролики, там реально есть крутые, классные ролики. Free Fire, да, я понял. Дмитрий, а ты знаешь русский язык? Просто это как-то не совсем русские буквы, там, типа И, совсем русская. А, окей. Кстати, наверное, почему сейчас вот ребятки на украинском пишут, потому что, наверное, они с Украины, ну или там из Беларуси, не знаю, но просто потому что сейчас в России 12 часов, как бы, ну, наверное, не самое лучшее время для стримов, ну, там, типа, школы всякие, там, работы и вся такая штука. Поэтому, может быть, у вас как раз сейчас по времени побольше, ну, соответственно, уже там отучился, отработал или типа того. Вот. Да, я играю... А, Free Fire? Нет, я Free Fire, что-то нет. Я играл, было дело. А, в Молдове, вот. Ну, Молдова, кстати, вот тоже вариант. Молдова, ребята, круто. Так, Месси. Я против Месси сейчас буду играть. Ребята, FIFA 21, Месси. Против Месси сейчас будем играть. Так, Джо Гомес, нужно тут контрактик обновить. Так, ну что, ребят, фифу вам показать? Или оставить вот так вот экран? Типа, чтобы меня было видно. Так, а вот не надо нам этого всего. Почему?
А почему я не играю в какую-то еще другую игру? Просто не играю, вот и все. Не во все же игры я могу играть, правильно? Так. Можешь задонить ПЖ? В смысле? Сейчас я не очень понял. Ребят, вы можете задонатить. Ссылка как бы есть в профиле. Так что... Папка, играешь? Папка? Слушай, ну блин, как тебе сказать-то? Я не играю регулярно в папку, но бывает. Время от времени захожу туда. Раньше чаще играл. Вот больше, наверное, даже в мобильной папке играл, хотя и на компе играл. Между прочим, вот на компе я, наверное, один из первых вообще игроков. То есть я прям рано очень начал в нее играть, но как-то что-то мне не очень получалось, скажем так, тащить. Поэтому я такой типа, ага, ладно, понял. А, ну ладно. Погнали. Так. Я, пожалуй, атакующий стиль сделаю. Наша команда Видаль. Чё? Чудри. Как там тебя зовут? Видаль. Вьера. Видаль. Артуро. Навас. Хесус Навас. Вьера. Ого. Так. Отлично. Не очень отлично. Ой-ой-ой. Оп. Какой классный. Плохой пас. Ай, сейчас было хорошо. Очень даже. В смысле? Лаутаро? Мартинес? Оу, Льорис. Довольно опасно было, Льорис. Уга. Знал, что корейский пупк удалят. Корейский пупк? Такой есть. Ну, то есть, я только обычный пупк знаю. Папк, вернее. Я больше как-то папк привык называть его. Месси. У меня, кстати, нет ни одного ролика по папку, либо... Фифа-ру на канале. Есть один ролик по FIFA. Есть несколько роликов по Shadow Fight 2. Есть ролик по Киберпанку 2077. По GTA, если прям поискать совсем давние мои ролики. 5. Не роликов, а GTA 5. Роликов, я думаю, там побольше даже. А, спрашивают про папку Фифа-ру. Не, я согласен, эти игры как бы популярны, все такое, но вот если говорить про мобильные игры, то я все-таки вот предпочитаю Clash Royale. Clash Royale прям моя тема. Люблю ее очень сильно. Так, ладно. Видаль. Дира. Так, Месси. Лаутаро. Красавчик. Ну, такой себе пас, конечно, получился. Ах. Странновато. Ребята, я понял. Сейчас мы сделаем по красоте. Прям вот красотуля. Красотуля, блин. Сейчас мы сделаем бам-бам-бам. Примерно так. Ну что, погнали. Все, гуд. Месси. Хесус Навас. Да, кстати, ребят, надеюсь, вы посмотрели один из моих крайних роликов. Там надо мужиков писать, а то что-то как-то очень много девчонок пишут. Надо там мужиков писать, актеров ведь, а не актрис. Потому что там выбираем. Вот, и что-то как-то небольшое недопонимание получилось. Если опять актрис пишут, вот, надо, чтобы актеров писали. Актеров что-то совсем мало пишут, прям совсем мало. Надеюсь, еще напишут. То, что как бы хоть бы какой-то топ составить, ну типа, блин. Так, сюда. Так. Хорошо. Оп. Возможность. Зачем он бил-то сразу? Надо было замах сделать. Что такое вообще?
А почему? Ау, ответь. Так, что ответить-то? Ты мне еще раз напиши, пожалуйста, вопрос. Видимо, там он как-то немножко пропал из виду. Так что, чувак, пожалуйста, еще раз напиши. Ай, Лаутаро. Нормально. Отличный пас. Дембеле забивает. РПА. Почему РПА? Это кто-то написал, пожалуйста, подпишитесь. Это важно, это нужно, это полезно. Это приятно. С фэмили. Так. Видаль. Вера. Артуро. Месси. Хесус Навас. Так, Вера. Лаутаро. Рэшфорд. О как, так, ладно. Шо? Все-таки не получилось. Вроде я так нормально обходил, потом все-таки меня как-то смог он. Так, ладно. Ого, неплохо. Так, давай. Так, Чудри. Так, он что-то прям долго водится. Все, мы отобрали мяч у него. Отличный вариант. Ой, какой шанс. И мы его реализовали. Твой любимый игрок. Что за FIFA? FIFA 21, ребята, это FIFA 21. А, короче, не подписался, пожалуйста, пишите. Мой любимый игрок, но если говорить FIFA, то... Сложно сказать, если честно. То есть я далеко не за всех поиграл. Но за кого поиграл? Бапе, наверное. Бапе крут, правда. Бапе мне нравится. Так. А если в реальной жизни, то Златан Ибрагимович мой любимый футболист. Вот однозначно прям. Вот. Я прочитал его еще книжку. Ну, не до конца, на самом деле. Чуть несколько страниц не дочитал, но в целом, как бы, суть я ловил. А «Я Злата» называется она. Такая-то биографическая книжка. Рассказывает там про свою жизнь. И что-то я прям так впечатлился этим, вот этой книгой. И то, что он делает, насколько он, ну, какой, как себя позиционирует, короче. Типа, блин, он позиционирует себя как суперкрутой чувак. А, вот. Мне он вот так дико нравится, как вот личность, как персонаж такой достаточно интересный, яркий, харизматичный. Так, ну что, Дембеле. О, как. А я думал сейчас, опачки, какую годноту сейчас сотворю, нет. Ничего себе, он сейчас прям... Так, это изи. Это изи! У нас броня стоит на воротах, так что не забить нам. Броня непробиваема. Какой голешник Вандер Сар сейчас пропустил. Годнота, ребята. Кто еще не подписался, пожалуйста, подпишитесь. Лайки, комментарии. Также можете задонатить. Ну и, ребят, смотрите мои ролики. Короче говоря, там очень крутые прям. Годнота советую. Ух, так, ну что. Видаль. Вера. Иисус Навас. И пишите мужиков, пожалуйста. Реально, пишите мужиков. Ну, там, где мы выбираем актеров взрослого кино. Вообще-то все женщин, девушек пишут. Ну, что ж такое? Ну, как бы там мужиков мы выбираем. Девчонок мы уже выбрали. Много. Так. С фэмили. Так, сюда. Оп. Какой пас мог быть хорошим?
если либо он прошел, но сорики не прошел. Так, Фофана, Чудри, Видаль. Ближний. И разбег атака, галешник и есть. Ребят, а кто ваш любимый игрок? Пожалуйста, напишите об этом в комментариях. Прочитаем, узнаем, оценим. Так, ну что, погнали. Галешник достойно забили. Молтора, Видаль. Вера. Видаль. Чудри. Тири. Как там Тири? Ого-го. Лаутара, опять Лаутара. Так. Вера. Месси. Все-таки смог я удержать этот мяч, но не смог его в атаку я закинуть. Опять отдал сопернику. Не good job. Так. Охренеть, Валтара. Да, Месси, Лана Роуз. Лана Роуз, твой любимый футболист. Так, ну Месси понятно, Месси окей, Месси без вопросов. Ребят, я все-таки, ну там, если вы говорите про вот этих актеров взрослого, так сказать, кино, то там все-таки про мужиков имел в виду, то есть, ну крайний вот мой ролик, один из крайних роликов, там я уже мужиков имел в виду. То есть актрис мы уже, в принципе, выбрали, составили топ-5. Ну вот, может быть, вторую там, третью часть сделать. Ну, посмотрим, как бы пока не очень много просмотров, поэтому я не знаю, есть ли смысл вставлять вторую часть. Так, хорошо. Хорош, верно, прекрасно, красавчик. Ребят, очень подписался, просто подпишитесь. Это важно, это нужно, это четко. Это по красоте. Тима верности тоже по красоте забивает. Настоящий Матадор. 85 удар, между прочим, у парня. Так что это годный-годный экземплярчик. Вера. Артур Видаль. Его ласково называй Артурик. Ой, хорошо. Вернер, что творит? Просто дайте ему мяч, он сразу же забивает. Ребята, еще раз, пожалуйста, задаю вопрос. Ответьте. Кто ваш любимый футболист? Так, Месси. Все Месси как раз вот есть тут в этом, в этой игре. Ну, кстати, он у меня даже есть в составе, но он что-то даже это, на скамейку запасных не проходит. Типа, настолько у меня крутой состав. Да не. Просто не подходит он немножко под мой стиль игры, под схему. Ну и под сыгранность. Вот и все. Ну, честно говоря, не так хорош FIFA. Все-таки. Так, а мы сюда закинем. Опачки, Эвера. Ай, нет, не стал забегать, что-то как-то вот жаль. Могло быть крайне опасно. Опять Лаутара. Лаутара Мартинеса, ну, нам уже забивал в этом матче, так что надо быть поосторожнее с ним. Нет. Чудри, Невиш. Лаутаро. Чудри. Так, хорошо. Сюда. Хорошо. Исако. Забивать надо тебе, Сисако, ебой. Отлично, отлично. Панороус пока что, да, ребят. Подписываемся. Сисако, красавчик. Муса, Сисако. Делает высоко. Так, круто, круто, круто. Алтар, Вера, Чудри. Вера. Фофана.
Так. Голясио. Дембеле. Дембеле, ребятки. Еще раз задаю вопрос. Ребят, кто ваш любимый футболист? Ну или может быть команда футбольная? Тоже напишите это в комментариях, пожалуйста. Ну что ж, это было неплохо. Это было очень даже годно. Thank you very much, был. За этот моментище. Вера. Тирни. Чудри. Чудри, навеш. Так. Ладно. Так, наконец-то. Ай, не получилось. Задумка-то была хороша. Ну что ж, 8-1 в нашу пользу. Вообще даже неплохо. Сейчас сколько времени? У меня 12-18. У меня тоже 12-18. Так что да, у нас совпадают часы пояса. Прикольно, прикольно. Так, ну что, ребятки, неплохо. Это было годно. 10-10. Дембеле и Вернера оценки. Молодцы, пацаны. Годно сыграли. Голы Вернера 3. Дембеле 4. Голевые пасы. 4 у Вернера, 3 у Дембеле. Забавно как. То есть они только как бы ордоль в атаке у нас. Ну что, молодцы. Молодцы. Классно сыграли. 1924 очка мы получаем. Все круто. Все круто.